Я хочу напомнить про Анатолия Головкова. Как-то вот рождается все это. Значит, 27-го года рождения мужик, 3 года воевал, понимаете? 1927 года рождения, 3 года на фронте. Ну, как Галина Каменная, ушел в 15 лет, даже в неполные, понимаете? То есть все, в общем, вот хочется его вспомнить. Я заранее приношу извинения, если я забуду стихи. Мне очень нравится то, что вот что-то с ним получается. Я пока еще как-то... Я уже освоил, но, может, ваше присутствие будет немножко мешать, и я не уверен просто. Ну, кстати, вот и вот, вот это, вот, потом вот, вот это, вот потом вон там. Ах, это молодость моя. Короче летней ночи мне птрели слушать соловья, а мать, прощай, сыночек. Мне птрели слушать соловья, мать, прощай, сыночек. Бедой захлестнута страна, пылит на марше рота, легла на плечи мне война, стволом от миномета. Солдаты верстам счет вели, вздыхая в передышках. Кто помоложе о любви, кто старше о детишках, кто помоложе о любви, постарше о детишках. А я всем сердцем об одном, о маме, да, о маме. Хотя считался стариком, испытанным боями. Ах, это молодость моя, короче летней ночи. Мне птрели слушать соловья, а мать, прощай, сыночек. Прощай, сыночек. Двадцать седьмого года рождения, люди. 41-й год, ему 14. Хорошо здесь, да, Валь, что... Кто помоложе о любви, кто старше. А я вообще, я еще даже не в реестр не вхожу. Значит, для меня даже не придумано. Вот и сбылось. Спиной к рассвету, к родному дому налегке я победил. Приеду в привычном нам товарнике, я победителем. Приеду в привычном нам товарнике, перед глазами всходы, всходы полей плывущий на закат, а за спиной 4 года, бои, окопы, медсанбат, а за спиной 4 года, бои, окопы, медсанбат. В порывах ветра, вспышках света,
пахнет мне в душу холодком, как мог ты вынести все это, во что и верится с трудом, как мог ты вынести все это, во что и верится с трудом, как удалось холмы до спуски в полях таившуюся смерть пешком отой по-пластунски за ветром метр преодолеть пешком отой по-пластунски за метром метр преодолеть. Зато сбылось спиной к рассвету, к родному дому налегке. Я победителем приеду в привычном нам товарнике. Я победителем приеду в привычном нам товарнике. Давайте ему похлопаем, Лиза. Ему вообще ничего не досталось. После войны работал там, значит, и шофером, значит, или шофером, там, пусть меня поправят, вот, значит, слесарем, электромонтером, писал все время стихи. И в 1981 году вышла единственная книжка его, «Три весны» назывался. Вот. Слава Богу, вот мы его отловили тоже. Я хотел бы принести эту книжку и там прочитать нашу, вот, где он там пишет, что вот я умру, а кто-нибудь меня вспомнит. Вот, вот мы его вспоминаем, он был прав, понимаете. А при жизни вообще пропустили. А вот мы его вспоминаем. Люди, понимаете, как двигается жизнь, да? Он на нас надеялся. Он на меня надеялся, я его не подвел. Вот вы его слушаете, понимаете. Люди, понимаете, что делать? Не нужно бояться вот этих вещей прямых. Потому что из них состоит, может быть, лучшая часть наших жизней. Мне вот радостно, что он надеялся, и я не подвел. Мне радостно, я его нашел, я вот копал, понимаете? И по первым строкам понял, что этого человека нужно обязательно. И он теперь забыт не будет, он не будет забыт. Наша работа онтологическая не пропадет никогда никуда. Она не может пропасть. Это труд, который, так сказать... Это не один человек, иголочка упал и пропал. Это, так сказать, воздушный корабль. Непотопляемый, несшибаемый, так сказать, ничего... Анатолий Головко.